Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру Pokemon огненно-красную версию на Game Boy Advance. Предыдущие серии вы можете посмотреть здесь. Итак, я продолжаю кататься на велосипедной дорожке. Ну как сказать кататься, а сражаться с мотоциклистами, которых здесь можно встретить. Так, мне нужна сумка. Во-первых, хочу посмотреть, как далеко я добрался. Насколько далеко я уехал от начала. Так, отметить. О, я почти завершил свою поездку. Ну что ж, покатились дальше. Все, закончилось. Велосипедная дорога. Да, конечно, мы будем очень долго подниматься наверх. Но я просто хочу посмотреть, есть ли здесь у нас тренеры. Скорее всего, здесь есть тренеры, с которым можно сразиться. Объявление. Не бросайте игру, бросайте болы. Это мы читали вроде в прошлой серии. Так, тихо. Давай сразимся. Как катается? Мотоциклист Джексон хочет сразиться. Визинг. Ой, Визинг. Так, давайте-ка разделим, короче, опыт между двумя покемонами. Иначе Пиджиота убьет он. О, толчок. Знал бы то, что он будет использовать толчок, я бы тогда бы Пиджиота не убирал бы. Маг. Блин. Да, конечно же, заменить. Маг это вроде Граймер. Вторая эволюция маг. Это слизь, да, такая? Да, это слизь. Не люблю эту слизь. Так, вроде воздух против нее неэффективен. Так, быстрый удар. Использует грязь. Я понял. Быстрый удар и, скорее всего, он меня... Да, он меня сейчас убьет. Нет, не убил. Это хорошо. Черт. Что-то денег у него мало. Ну что ж, ладно, поедем наверх. Так, что у нас тут? Путь номер 17. Целадон Сити, Фуксия Сити. Что там еще написано? А, ну ясно. А, памятка. Кнопка в акти... Кнопка Б активирует тормоз велосипеда. Серьезно? Чё, я не знал об этом. Почему мне это сказали только сейчас? Каждый покемон уникален. Даже покемоны одного вида могут развиваться по-разному. Ну да, разные атаки прокачивать можно. Не теряйте свои вещи. Объявление. Так, здесь я уже был? Да, с ним я уже сражался. Так, посмотрим, кто у нас здесь. С этим я тоже сражался, вроде как. Так, а теперь покатились вниз. О, решил на меня напасть. А, мы на мотоциклах. Это наша дорога. Мотоциклист Билли хочет сразиться. Мотоциклист Билли выбирает маг. Так, разделим между двумя покемонами. Опыт.
Так, плавание. Попробуем смыть эту слизь. Волной. Критический удар. Так, грррр. Покатились вниз. О, на меня еще один мотоцикл решил напасть. Нужно подраться. Байкер Джамаль хочет сразиться. Выбирает манки. Так, я могу рискнуть. И сваншотить манки. Либо он убьет меня. Хорошо. Выпустит манки. Если промахнусь, меня убьют. Но если не промахнусь, я убью его. Это халявный опыт. Мачамп. Нет. А, блин. Я думаю, мне надо использовать что-то полезное. Я хочу, чтобы весь опыт забрал Пиджуота. Так, Нарзан, 50. Лекарства. Так, Максизелия. Все здоровье, отлично, давайте-ка мы его используем. Используют месть. За что ты мне мстить собрался? Я ж тебя еще не атаковал. Так, это суперэффективно. Бдительность, отлично. Добьем его быстрой атакой. Отлично. А то он может начать первым атаковать и убить нас. Мачоп. Конечно же, менять покемон не буду. Я же не зря же вылечил Пиджуота Максизелием. Хочу попробовать его убить с одного удара. Получилось это сделать. Отлично, это суперэффективно. Так, и 36 уровень. Мы его быстро прокачали. Пиджуота вырос до 36 уровня. Эволюционировать будешь? Похоже, он не хочет эволюционировать. Фух, неплохо. О, что такое? Пиджуота эволюционирует. Отлично, новая эволюция покемона, которой у меня еще не было. Пиджуота эволюционирует. Великолепно, твой Пиджуота эволюционировал в Пиджет. Прикольно, мне ничего жать не надо, он сам катится вниз. Так, все, отлично. Так, я могу здесь рыбачить? А, у меня карта выбрана, ну ладно. Так, стоп. А я могу плавать? А, нет, не могу, я же на велосипеде. Так, что ты там скажешь? Отсюда велосипедная дорога идет в гору. Так, здесь я еще не был. Или был? У меня есть Ликитунг. А у тебя есть Голдок? Хочешь поменяться? А, Голдок? Блин, ладно. Мне нужно найти Голдока, чтобы поменяться на Ликитунга. У меня ни Голдонга, ни Ликитунга нету. Голдок. Кто такой Голдок? Так, а я здесь был? А я здесь... Ух ты! А я не заметил этот проход, значит, получается. Чё, серьезно, что ли?
Так, раз я сюда вернулся... Так, стоп. Есть одна тема. Так, пока била. Так, оставить покемона. Так, выкинем. Так, его выкинем. Так, и возьмем Георадоса. Так, Георадос, слабак. Отлично. Надо его до 40 уровня прокачать. Максимум я его до 42 прокачаю, если он не эволюционирует, я про него забуду. Я тут вспомнил одну вещь, что мне нужно вернуться в сафари и забрать один предмет. Надеюсь, он полезен. Давай 500 заплачу монет для того, чтобы забрать один единственный предмет. Так. Так, самородок, отлично. Так, виномат. Раз я сюда пришел, ладно, давайте я просто пробегу здесь. Тут где-то еще были озера. Так, вот, например, это озеро. А, ну, ладно. Так, здесь же мы... А, мы здесь могли обойти через верх, я понял. Надо было спрей использовать. Так, здесь тупик. Вот здесь полет был. Хорошо. Так, и я знаю, куда мы сейчас вернемся. Так, здесь я тоже был. Почти что в самое начало я вернулся. До дуо, блин. Мне нужен до трио. И до дуо я могу просто так поймать. Хотя надо было попытаться, может быть, я поймал бы его. Я же деньги уже заплатил. Покебол даже вообще нисколько не потратил. Да ё-моё. Этот покемон мне не интересен. Да, хочу выйти, все, забирайте свои покеболы, я забрал то, что мне нужно было. Заплатил 500 монет для того, чтобы забрать самолёта, который стоит 5000 монет. Я окупился в 10 раз. Ну, точнее, на 9. В 9 раз я окупился, потому что... 500 я вернул свои. Потраченные. Так, пока что я плавать не буду по воде. Потому что есть... короче, есть места, где я еще не был из-за того, что я плавать не мог. Пока что я не буду такие места искать, я просто отправлюсь в последний город. Посмотрим, что у нас там есть. Вода спокойная и прозрачная. Хочешь поплавать? Да. Я не знал то, что так можно. Так, ладно, давай. Прежде чем идти плавать, мне надо размяться. Пловец Ричард хочет сразиться. Тентакул. Ой, Пиджет, похоже, не будет... А-а-а!
Так, удар крылом. Против воды это неэффективно. Или эффективно? Шелдер. Да, хочу поменять покемона. Хочу выбрать Пикачу. Пикачу надо было медальон грома дать. Камень грома. А, нет. Камень грома не усиливает атаки электричеством. Неужели? Пикачу эволюционирует. Я перегрелся. Так, самое время достать Пикачу, чтобы его прокачать. Да, Райчу. Тут будут водяные покемоны. Пикачу против водяных покемонов очень эффективен. Ну и водяные покемоны могут ему очень много урона нанести. Остановись, у тебя будет солнечный удар. Пловец Риос хочет сразиться, и он выбирает Голдин. Пришла минута славы для Пикачу. Хорси. Нет, не хочу я менять покемона. Так, удар молния. Старью. Вот где надо качать Пикачу. Остынь! Так, что там? Путь номер 19. Фуксия-Сити, Ледяные острова. Да, остался последний город. Но! Так, в каком-то городе... Вот в этом городе я не получил значок. Так, вот в этом городе я не получил значок, потому что здесь ушел тренер, а здесь заблокировали спортзал. Так, значит, пойдем сюда. Кстати, а что у нас тут? Зона сафари. А, зона сафари. Электростанция. Как понять электростанция? Почему я там ни разу не был? Ледяные острова. Ух ты, ледяные острова. Вот там меня, скорее всего, смогут заморозить. Я смотрю на море и забываю обо всем плохом в своей жизни. Так, отлично. Пловец Тони хочет сразиться. Пловец Тони выбирает Хорси. Интересно, а Пикачу умеет плавать? Похоже, умеет. Так, до 28 уровня мы выросли. Хорошо. Конечно же, я не буду менять покемона. Зачем мне менять покемонов, если я могу прокачать Пикачу с легкостью? Смотрите-ка, а Хорси 30 уровня, а Пикачу всего лишь 28 уровня. Он будет много опыта получать. Травматично! Так, здесь тупик. Тоже тупик. Я пытался нырнуть вслед за покемоном. Пловец Дэвид хочет сразиться. Выбирает Голден. Отлично. Удар молнии. То, что нужно. Это суперэффективно. Так, надо посмотреть, сколько я там врагов смогу победить.
перед тем, как мне нужно будет... 8 врагов я еще могу одолеть. Перед тем, как нужно будет Пикачу зарядить. А интересно, а Пикачу можно использовать как повербанк? Это же прикольно. Поймал Пикачу, короче, он ходит с тобой, короче, используешь его для того, чтобы подзарядить телефон. О, Сикинг, отлично. Скорее всего, мы с одного удара... А можем, хотя, наверное, убить с одного удара. Она 29 уровня. Нет. Не убили все-таки. Тысяча опыта, отлично. Да ну! Давай сразимся. Что видно на горизонте? Я вижу на горизонте твой проигрыш. Дуглас выбирает Хорси. Хорошо. Хочешь заменить покемона? Нет. Ой, его мы тоже сваншотим. У меня 4, короче, атаки осталось. У него осталось 2 покемона, у меня осталось 3 атаки. Тентакул опять. Его мы тоже сваншотим. Вот бы последним покемоном был бы Сикинг. Черт! Так, быстрый удар. Добьем вот таким вот образом. Голден. А, всего лишь Голден. Понятно. Ладно, хотя бы не Маджикар. Так, отлично, электрик уже... Ну, то есть Пикачу уже до 30 уровня прокачался. Элп. Что значит элп? Может... А, может хелп, он типа проглотил слог? Ну, точнее, уже букву. Ну, ладно. Мы тут, кстати, недалеко отошли от этого города. Ух ты! Так, подождите, а это кто такой? Ах, да, я уборщик атак. Нет, 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 я не хочу, чтобы кто-то забыл атаки. Мне нужно подлечить покемонов. Ну, в основном перезарядить Пикачу мне нужно. Мне нужен переносной повербанк, чтобы потом заряжать Пикачу, короче, в походе. У меня есть, конечно, зелье какое-то, но оно восстанавливает 7 атаки покемоном. Так, вот с ним я еще не сражался. Давай сразимся. Обожаю плавать, а ты? Ну, как видишь, мой персонаж плавать не умеет. Мэтью хочет сразиться. Поливак. Как видишь, мой персонаж для плавания использует покемона. Так что я думаю, что он не обожает плавать. Поливирл. Что такое Поливирл? Наверное, это вторая стадия эволюции Поливага. Да, так и есть.
Ах, да, я кое-что хотел попробовать. Так, за него должны побольше опыта дать. Это провал. Так, подождите, а у меня были... А, я уже сражался с водяными покемонами, точно. Так, это только начало. Так, а мне нужна удочка. Так, супер крючок. Можно рыбачить? Да, можно, отлично. Не клюет. Может быть, мы кого-то стоящего поймаем? Кого-то нового, кого... У меня нет Хорси. Ну, слушайте, Хорси у меня есть, но давайте мы еще одного Хорси поймаем, для того, чтобы прокачать его. Так, ай, блин, быстрый удар. Так, защита снизилась, он будет нас атаковать. Давайте мы его парализуем сначала. Так, может, удар? Промахнулся. Понятно. Так, давай быстрый удар тогда. Злой взгляд. Так. Блин, у меня нет обычных покеболов. Ну ладно, будем использовать грейтболы. Так, давайте еще кого-нибудь попробуем поймать. Покемон на крючке, кто это? Гиарадос! У меня есть Гиарадос. Причем два. Так, наша атака понизилась. Зря я использовал удар молнии. Надо было просто сбежать, ладно. Я тупанул. Мне не надо тратить эти атаки. Они нужны будут против тренеров. Так, давайте посмотрим, кто тут еще водится. Не клюет, говорит. Мы где-то сейчас в море находимся. Не клюет. Покемон на крючке. Опять Хорси. Так, ладно, сейчас мы посмотрим, какие покемоны здесь водятся. Если кого-нибудь найду нормального, я продолжу снимать. А пока что я половлю покемонов. Короче, здесь водятся одни только Хорси, и редко попадается еще Гиарадос. Так, с вами же совсем я сразился. С тобой тоже. Я могу плавать быстрее водяных покемонов. Два... Ой, блин. Так, я понял. Так, мне нужно сместить Гиарадоса повыше. Сейчас у нас будет двойная битва. А, или нет? А, Лея. Я учу младшего братика... Я учу младшего братика. Он недавно стал тренером. Отлично, значит, сейчас он получит свое первое поражение. Сестра и брат Лея и Люк хотят сразиться. Голден и Сигинг. Так, посмотрим, может ли Пикачу долбануть сразу обоих. Его атака похожа так, как будто он может реально двоих сразу долбануть. А может даже и троих. Удар молнии. Нет, он может только одного долбануть. Хорошо. Так, давайте-ка Сикинг. Ваншот. Так, торнадо. А вот торнадо сразу на двоих работает.
Нет, торнадо слишком неэффективен. Так, использовать наскок против Пикачу — это хорошо. Удар рогом — это тоже хорошо. А рог у них, кстати, ядовитый. Может ли удар рогом отравить противника? Вот в чем вопрос. Так, давайте Голден с ваншотим. А слабак добьет Сикинга. Я уверен, что Пикачу сможет сваншотить Голден. У него сейчас атака повысилась. О, Гиарадос что-то там новое учит. Гидронасос? Что это такое? Я определенно хочу это выучить. Так, гидронасос. Выбросить во врага поток воды под большим давлением. Сила 120. Точность 80 только. А толчок? Ну слушайте, гидронасос звучит прикольно. Нетон. Не изучать гидронасос, нет. Блин, не то. Так, на всякий случай сохранимся. Нет. Да. Слабак пытается выучить. Да, хочу. Так, толчок. Теперь у меня есть водяная атака. Теперь у меня есть воздушная атака. И у меня есть... атака типа дракон. Даже две штуки. Сестра и брат Лея и Люк побеждены. Так, мой братик ничему не научится. Наоборот, сражаться против сильного врага — это самое эффективное обучение. Опять Хорси. Ну ладно, думаю, мы на этом завершим серию. Я думаю, что здесь больше других покемонов нет. Всем спасибо за просмотр. С вами был... Ой, слушайте, на меня впервые напал какой-то покемон сам по себе. Из-за того, что я просто по воде плавал. Дикий тентакл. Короче, я повременил. Раскат грома. Конечно, он 5 уровня всего лишь. И он начал меня отравить, да? Все-таки я был прав. Я в прошлый раз говорил то, что возможно, когда я буду плавать по воде, на меня будут водяные покемоны нападать. Но я просто столько проплыл, и я уже про это забыл. Ах ты ж. А, ну конечно, он вырвался и решил, короче, понятно. Может, ультрабол использовать? Не, давайте грейтбол. Если он на третий раз вырвется из грейтбола, будем использовать ультрабол. Ах ты ж. Да он сейчас Пикачу отравит. Ладно, хорошо, ультрабол. Уговорил. Я даже не буду пытаться третий раз использовать грейтбол. Да ты офигел! Давай грейтбол. Я не буду ультрабол тратить на тебя. Его, похоже, не парализовало просто до этого. Он до этого не был парализован, вот почему я его не мог поймать. Морские покемоны. Тентакул. Медузовидный покемон. Его глаза прозрачны, как кристаллы. И ими тентакул стреляет таинственными световыми лучами. Нет, не хочу. Так, а на этом можно завершить серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.